Закончился первый раунд. Красная была Любовь Киева, нас разбирала национальная сборная команды Киевской Республики, команда УГУ «Сербин». Ему 25 лет, боксом занимается 9 лет. Провел 6... Закончился второй раунд. Всегда главный мастер спорта из Узбекистана Шадиор Меликузиев. Шадиору 20 лет, боксом занимается 8 лет. Let's go!
В этом бою со счетом 4-1 победу одержал Аманкулу Асалбек. Национальная сборная команды Кыргызской Республики. Третью пару обслуживают судьи и рефери Хамид Турсунов. Боковые Юрий Зеленков.